Теперь о долгожданном для москвичей событии. Сегодня открылась станция метро Саларьево. Это юго-западный участок Сокольнической линии. 200-я по счету в столичной подземке и уже вторая в Новой Москве. На месте событий находится наш корреспондент Клим Санаткин. Он в прямом эфире. Клим, вам слово. Да, здравствуйте. Открытие новой станции метро Саларьево состоялось буквально полчаса назад. Нам уже удалось спуститься на платформу и посмотреть, как выглядит эта действительно юбилейная 200-я станция столичной подземки. По словам строителей, интерьер выполнен в стиле конструктивизма. Стены, потолок, колонны, пол разбиты на такие условные квадраты разного цвета. Саларьево — вторая станция подземки в Новой Москве. Теперь это конечная точка Сокольнической линии с юго-западного участка. Расположена она рядом с одной деревни. Я напомню, что первая станция Румянцева открылась всего месяц назад. Жители Саларьева давно ждали этого события. Нам очень удобно то, что здесь открывается метро. Мы очень рады. Во-первых, мы ездим часто в Москву, работа такая. Постоянные пробки на Киевке были, очень много занимали времени на дорогу. А сейчас это 20-25 минут, это самое оптимальное. Чем ближе станция метро, которая дает все-таки более быстрое попадание в центр, тем лучше для всех будет. Предполагается, что с открытием новой станции метро разгрузится Киевское шоссе, проспект Вернадского и станция метро Юго-Западная. Плюс ко всему уже построена так называемая перехватывающая парковка на 2500 машиномест. По расчетам специалистов, пассажиропоток станции составит 25 тысяч человек в час. На открытие сегодня приехал и мэр Москвы Сергей Собянин. Для пассажирского движения открывается станция метро Саларьево, который будет обслуживать большой район Новой Москвы, а также частично районы Солнцево, Новопеределкино. Станция улучшит движение по Киевскому шоссе, разгрузит Ленинский проспект, Юго-Западную станцию и, конечно, даст возможность комплексного освоения этой территории. Сейчас Саларьево открыто для всех пассажиров, ну а уже завтра заработает в привычном режиме с 5:30 утра до часа ночи. Валерия. Клим Санаткин на новой станции метро, которая сегодня открылась в Москве.